Ребят, всем привет! Я уже наконец-то решился и заказал себе новые педали контактные и обувь контактную. Долго решал, боялся, конечно, переходить, но все-таки решил. Заказал, короче, вот такие вот контактные педали, ну, всем известные M520 модель. В принципе, известная модель, очень хорошая, долго служит в работе. В принципе, вот такие педальки отличные, черного цвета взял. В комплекте были шипы, получается, ну все как обычно, в принципе, шипы были. И вот такая вот обувь такой фирмы Exostar. Все отлично. Размер брал себе 45. У меня вообще по ноге 28 сантиметров. По стельке, если получается, взял 45. Второй ботинок. Здесь я уже прицепил шип. Здесь уже проверял. Проверял, как все делается, все отлично, ну, все классно, мне нравится. Теперь только надо ставить на велик педали и учиться кататься. Выстегиваться вовремя. Так что... Теперь я очень рад, я получил педали такие, обувью. Все. Всем спасибо, до встречи, пока. Thank you.